С Дома культуры Сибонарагамаш сняли обвинение в нарушении пожарной безопасности. Прокуратура железнодорожного района отказалась от исковых требований. Владелец здания устранил несоблюдение правил за несколько месяцев. Напомним, в конце прошлого года во время проверки сотрудники МЧС и прокуратуры выявили более 20 нарушений. В суд передали иск с требованием устранить 8 из них. Например, неисправность системы пожаротушения, сигнализации и аварийной вентиляции. Причем прокурор железнодорожного района потребовал закрыть здание до устранения нарушений. Но из-за того, что собственник оперативно вел работу над ошибками, Сибэнергомаш так и не закрыли. В ходе проверки было установлено, что выявленные нарушения были устранены в полном объеме, в связи с чем прокурором района было принято решение о направлении в Октябрьский районный суд заявления об отказе от исковых требований, по результатам рассмотрения которого суд принял положительное решение. Отметим, что в ДК работает 23 организации – спортивные, вокальные, хореографические секции. Российские артисты проводят там гастрольные концерты. Сейчас пожарная безопасность в котельщиках соответствует требованиям.